В республике завершается навигация 2015. Один из ведущих поставщиков топливных ресурсов ОАО «Нефтяная компания Туймада-Нефть» успешно завершила завоз нефтепродуктов до пунктов назначения в срок и в полном объеме. С подробностями Екатерина Ефремова. В Нижнем Бестяхе принимают последний танкер с нефтью, которая предназначена для нужд коммунальщиков для обеспечения заречных улусов котельным топливом в период отопительного сезона. Это последние тысячи тонн нефти, которые в 2015 году доставили по воде. Эту навигацию 2015 год отработали хорошо, можно сказать. То, что запланированные грузы получили. Навигация этого года выдалась крайне сложной. Но даже аномальное мелководье на реках республики не смогло помешать поставщикам нефтепродуктов благодаря слаженной и оперативной работе речников и сотрудников компании «Туймада-Нефть». В период навигации перевезено и доставлено до пунктов назначения более 140 тысяч тонн нефтепродуктов, в том числе через Северно-морской путь доставлено более 40 тысяч тонн нефтепродуктов, а также обеспечено нефтепродуктом сеть сельских АЗС. Тем самым договорные обязательства выполнены своевременно и качественно. В навигацию этого года компанией «Туймада-Нефть» завезено в нефтебазы республики для собственной сети АЗС высооктановые бензины и дистоплива с заводов-изготовителей суфимских групп нефтеперерабатывающих заводов, а также «Газпромнефти» и «Роснефти». Все нефтепродукты имеют сертификаты соответствия и паспорта качества. На сегодня завозим топливо, которое соответствует всем требованиям, ГОСТам. Мы гарантируем качество, которое непосредственно нам поставки делают. Нефтебаза компании «Туймада-Нефть» в Нижнем Бестяхе располагает собственной лабораторией, в которой проходит проверку все виды принимаемого топлива. Как поступает нефтепродукт, мы определяем качество по требованиям ГОСТа, нормативам технического регламента, определяем плотность, температуру застывания, предельную температуру фильтруемости, фракционный состав. На сегодняшний день компанией «Туймада-Нефть» успешно завершена навигация этого года. Завоз нефтепродуктов доставлен до пунктов назначения в срок и в полном объеме. Екатерина Ефремова, Вячеслав Санников, Василий Петров, НВК Саха, Мегина Кангаласский, Улус.